Мужчина никому ничего не должен, особенно бабе. Объясняю, именно глупый мужчина подписывает кабальный договор с государством. Я жестокий? Как раз нет. Я очень справедливый, как и героиня вот этого вот ролика. А что сказать такому мужчине, который добровольно идет, ставит подпись, зная о том, что половину имущества при разводе у него отберут? Он будет выплачивать ежемесячно процент от своей зарплаты и еще заведомо зная о том, что у него отберут ребенка. Как его можно назвать? Идиот!